готовы? Всем привет, ребята, с вами Лен Смайл, и это мое 13-е видео. И да, сегодня мы будем делать подарочный пакет. Итак, для этого нам понадобится лист формата А4, ножницы, клей-карандаш и широкий скотч. Можно также взять тоненький, если у вас нет широкого. Так, давайте начнем. Для начала возьмем лист бумаги и сложим его вот так вот, таким вот образом пополам. Линию сгиба прогибаем. Аккуратненько. Можно также использовать альбомный лист, я вот его использую. Так, разворачиваем. Теперь к этой линии подгибаем вот эту сторону. Вот так это делается, смотрите. Тоже линию сгиба нужно прогнуть. Вот так. И тоже, и также эту сторону разворачиваем. Теперь вот к самой нижней линии так вот, такой вот треугольничек делаем. Тоже нужно линию сгиба прогнуть. Вот. Тоже теперь к этому разворачиваем и подгибаем противоположную сторону листа. Вот так делается. Линию сгиба тоже прогибаем. Так, то же самое с этой стороны. Треугольник и противоположную сторону листа. Вот так. Теперь нам нужно перевернуть лист. Теперь вот к этой правой линии подгибаем вот так вот, как бы большим треугольником. И мы прогибаем не всю, а вот только вот эту часть. Сейчас вам скажу, сколько сантиметров примерно. Сантиметров почти 7. Вот можете поставить себе точку простым карандашом и прогнуть. То есть все прогибать не нужно. Должна получиться такая линия. Так делаем 4 раза. Теперь с этой стороны. Теперь с верхней. И с вот этой стороны. А теперь начнем собирать наш пакет. Для этого мы переворачиваем наш лист. Смотрите, теперь внимательно. Вот так вот поднимаем. Теперь вот здесь вот видите треугольник. Его нужно вот так вот поднять. И теперь вам нужно будет взять клей-карандаш и намазать вот этот треугольничек клеем. И вот так вот теперь прижать. Вот. И вот такие движения сделать, чтобы это у нас склеилось. Вот. Одна стенка готова. Теперь давайте вот соединим. Теперь мы еще раз берем клей, намазываем вот этот треугольник и 4 стороны. Вот эту, и вот эту. Так, теперь вот смотрите, берем вот так вот. Вот здесь у вас должно вот так вот. Так, аккуратненько. Теперь берем вот так и там все складываем дело. Как видите, вроде бы не расклеивается. Точно так же делаем вторую стеночку. Для этого берем вот так уже. Вот. Берем клей. И вот здесь уже вот так вот нужно придерживать, намазать, дождать. Намазать вот так. И 4 стороны вот здесь. Промазать. Скрываем. И склеиваем вот в сторону. Да, ребят, здесь уже не очень просто, как с первой вот этой было. Вот так вроде бы. Блин, ребят, здесь, конечно, не очень получается вторая сторона пакетика, но сейчас вам покажу, как использовать без клея. Для этого берем скотч. Сейчас будет громко, ребят, поэтому извините за такие звуки, но я всегда слышу такой звук, когда разворачиваю скотч. Да, да, резак как бы лишняя, то что уже тут не склеивает. И резаем нужную часть. Так, вот так я делаю, чтобы скотч потом можно было использовать.
Теперь беру аккуратненько. Так, и еще раз. Опять же этот звук противный, который закладывает уши. Но я думаю, ничего страшного. Такой звук, наверное, всегда, когда вы разворачиваете широкий скотч. Так, берем аккуратно. Вот. Вот так. А теперь смотрите. Теперь поговорим о наполнении пакетика подарками. Вот сюда можно положить, например, конфеты, небольшую статуэтку. Главное, чтобы не тяжелая. Вот. А то пакет может разорваться. Если же вам нужен большой пакетик, то можете использовать А3 лист. А теперь покажу, как закрыть. Для этого делаем вот так. Вот здесь вот не очень-то удобно, конечно. Здесь вот можно поправить. Теперь смотрите. Делаем. Так. Ну вот такой вот пакетик получился. Можно также будет приделать к нему ручки с помощью клея. Просто взять ленту и приклеить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И да, нас уже 14 подписчиков. Я этому очень рада, когда на моем канале наберется 70 подписчиков. Я сделаю конкурс, где вы сможете выиграть какой-нибудь приз. Поэтому подписываемся на канал, нажимаем колокольчики, ставим под этим видео лайки, пишем свои комментарии. И всем пока!